мировые ESG тренды и внедрение принципов устойчивого развития в девелопменте обсудили на конференции Сберпро. На одной площадке встретились представители рынка недвижимости, органов власти и банковского сектора. Зеленое строительство – это тренд, в который готовы инвестировать девелоперы и банки, отметили участники конференции. Многие российские компании уже сегодня формируют ESG-повестку. В июле этого года Сбербанк утвердил политику ESG. На сегодняшний день выдано 75 миллиардов зеленых кредитов. Через финансирование мы сможем повлиять на изменения, поскольку, как мы понимаем, если клиент или если объект следует ESG-принципам, уменьшает свое воздействие на окружающую среду, то, соответственно, у него может быть более льготные условия для финансирования. Экология – это не просто снижение выбросов, это, например, сертификация поставщиков, которые соответствуют экологическим стандартам. Для создания экологичной, социально ориентированной городской среды сегодня девелоперы меняют стратегические подходы в строительстве, повышают энергоэффективность домов, увеличивают качество проектных решений, а также вводят более жесткий контроль проверки экологичности объектов. Мы слишком переуплотнили наши города. Впервые за последние 70-80 лет пошел отток людей из агломераций на прилегающие территории. Я считаю, что это долгосрочный тренд. Это более удобно для людей. Такая среда более экологична. И я вижу новые ниши для нас, как для девелоперов. Мы сейчас реализуем подобный продукт со Сбербанком. Когда человек может получить ипотеку по очень хорошей ставке под индивидуальный дом, а мы привлекаем эскроу финансирование под, опять же, индивидуальный дом, и человек получает защиту от государства. Для того, чтобы девелоперам следовать повестке ESG, недостаточно только пройти экологическую экспертизу и доказать, что объект соответствует необходимым стандартам. Еще один ключевой фактор сертификации компании – это ответственное финансирование. Изменились ли предпочтения потребителей и как понять, что объект, квартира соответствует принципам ответственного потребления? Какие мы видим глобальные тренды? Все больше появляется ответственных девелоперов, которые большое внимание уделяют благоустройству, увеличивая его объем, большое внимание уделяют энергоэффективности, уменьшая количество выбросов через фасадные системы, и большое внимание уделяют экологически чистым материалам. Прибыли от использования ESG-технологий нет. Но есть работа на более долгую дистанцию. Я считаю, что ESG-тренд очень серьезный. Он будет внедряться в компании, у которых будет хороший задел в этом направлении. Будут более привлекательны как для инвесторов, так и для покупателей.